16 декабря 2019 год, Харьков, ползает в кадр луна, задувает ветер даже на балкон, шатая камеру, но учитывая, что ясные часы, даже не дни, нынче выпадает редко, решил поснимать. Целый день лил дождь. Вообще декабрь у нас тут плюс 7 нынче на градуснике. Ну, соответственно, с такими погодными условиями метеоритный поток Гемениды мы благополучно прозевали, за полной сплошной облачностью. Будем довольствоваться Луной. Красавицы. В любое время суток. Декабря будет лунное солнечное затмение. Я пока еще не посмотрел, не разобрался, будет оно хотя бы частично видно в наших широтах. Харьков на 50-й параллели северной широты аккурат стоит. Аристарх. Ты ли это? Так, время сейчас 20:21 практически уже по Киеву. Сейчас заползет за дом. Путешествуем по Луне. Ну ладно. А, вон уже и домик. Вырисовывается край крыши. Посмотри, фокусируется на краешке крыши фотоаппарат, а не на Луне. С чего бы это? До Луны всего до нас 370 тысяч километров. Неужели не хочется сфокусироваться на ней? Ну ладушки, еще раз. Классная картинка. Урбанистический пейзаж. 16 декабря 2019.